жизни. Подскажите, когда мой бизнес придет сильный лидер? Нет, Наднеля, сильный у вас не придет. У вас придет сильный, когда вы найдете 300 человек слабых. Найдите 300 слабых, тогда найдется один сильный. А если вы сейчас нашли 3 слабых, то сильного не ждите. Люди, которые начинают заниматься сетевым бизнесом, они думают, что они найдут сильного лидера, и тот построит для них так, что они не будут работать. Так вот, я, как человек, который в своей жизни занимался сетевым бизнесом, утверждаю, что на 1000 слабых партнеров приходится один сильный лидер. Так вот, когда 1000 человек вы пригласили, тогда 1001 будет ваш сильный лидер. Я делал такие компании величиною там в 130 тысяч человек. Серьезно. Но это тяжелая работа. Нужно с каждым пообщаться, это телефонные переговоры в скайпе, это постоянный поиск холодных клиентов. Это нереальная работа. Заниматься сетевым бизнесом нереально тяжело.